Возлюбленные Господи, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В этот светлый радостный день мы с вами вместе со всем миром встречаем воскресшего Господа. Пасха, по слову святителя Григория Богослова, превосходит все небесные и земные торжества, как солнце превосходит звезды. Любой праздник начинается с подготовки к нему, а главному празднику и подготовка особая. Помимо внешних приготовлений, наведения чистоты в домах и храмах, изготовления освящения яиц и куличей, подготовки пасхальной трапезы, мы готовились в первую очередь внутренне, через говение Великого Поста, через переживание последних дней Спасителя в богослужениях Страстной Седмицы. И Господь сподобил нас также стать свидетелями своего воскресения, участниками этого таинства, которое первыми увидели ангелы и святые жены. Первые за свою чистоту и святость, вторые за свою верность и смелость. Святые отцы учат нас, что присутствие ангелов при воскресении Христовом не было необходимым. Они никак не участвовали и не способствовали совершению этого события. Но они желали и жаждали возможности быть свидетелями и вестниками этого торжества. И Господь их желание исполнил. Мы с вами также желаем иметь в сердце пасхальную радость, особенно сейчас, когда, по выражению православных богословов, все человечество, и живые, и усопшие, каждый день живут Великую Субботу. Мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Но это воскресение еще не стало нашим ежедневным опытом и окончательным достоянием. Однако нам дается опыт, прежде нашего личного восприятия, испытать пасхальную радость совоскресения со Христом, участвовать в Его воскресении. Для того, чтобы войти в радость Господа нашего, нужно в первую очередь открыть свое сердце для действия благодати Божией. Для этого важно было активное участие в минувшем посте, но по своему человеколюбию и милости Господь призывает в этот день, по слову святителя Иоанна Златоуста, и постившийся, и не постившийся, разделить это торжество со всей Церковью, принять воскресшего Христа в свою жизнь и в свое сердце. Участие в пасхальном торжестве не только наполняет душу радостью, но и меняет наше отношение к миру, к окружающим людям. Забываются все обиды, и ненавидящим нас простимся воскресением. Пасха, двери райские нам отверзающие, становится не нашим чаянием и нашей надеждой, а нашей реальностью. Тогда, живя исторически Великую Субботу, мы бытийно в душе своей уже живем Пасху. Пусть пасхальная радость всегда пребывает в сердцах наших, и радости сей никто не отнимет от нас. С праздником Светлого Христова Воскресения! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!